Говорят ведь, что лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном, верно? Ничего страшного не случится, если на основе своих наблюдений я спровоцирую резкие изменения, верно? Может, я не стану, а может быть и стану это делать. Черт, мы старые поляки. В эндинговых титрах есть все, но моего имени нет. Видишь, это мне не нужно. Сердечный стук, дающий жизнь всего лишь помеха на моем пути, не больше. Ведь человеческая личность малого стоит. Холодное сердце мне досталось, чтоб отвоя. Веришь? Я действительно хочу тебя убить. Пусть же моя воля мне не подвластна, это все не важно. Ладно, это просто мелочь. Все, чего хочу я, исчезнуть в этот миг последним вальсом. Дай же мне освободиться. Твои же чувства стоят только смеха. А сколько строк сказал сейчас ты в цифрах. И на твою серьезность глядя я лишь зеваю. Но если открыть тебе тот мир, который я знаю моими глазами, наверное, в ужасе застынешь, разве не так? Если ты умрешь, Сузумия Харухи наверняка на это ярко отреагирует. Скорее всего, мне удастся быть свидетелем огромного взрыва информации. Это уникальная возможность. Вероятно, однажды в мире снова появится нечто похожее на меня. До встречи!